все, теперь все нормально. Всем привет. Сегодня будем смотреть постройки Амугуса. Здорово. Следующая постройка это... Это болид. Это машинка. Нет, это болид уже целый. Да. У него максимально легкое управление. Как бы, да. А в чем его особенность? Ну, он, это просто болид. Но единственный его минус, пожалуй, это то, что он может переворачиваться, если столкнется с препятствием. И есть еще кое-что. У него руль какой-то ненормальный. Не знаю, так. Рум. Ой-ой-ой, кресло мешает. Стул, табуретка. Все, можешь ехать. Так, ну... Он а быстрый. Для чего эта машина нужна? Ну, изначально у меня была идея сделать гонки, но как-то я потом про эту идею забыл, потому что я начал строить другую постройку, которую я еще строю. И... Ой. Так что вот... Ой. Аккуратней. Я осторожен. А оно для гонок, но гонок нету. Да, будем исправлять. Что, следующую постройку загружать? Ну, да. Ой, у меня джетпак свалился. А я буду с перевернутым джетпак. Тележка. Это детская тележка из супермаркета. О, я такую знаю. Только там наверху таких ускорителей не бывает. Да. Садись в кресло. Только. Тут камеры, это колеса. Да. Съешь конфетку, заберись в кресло. Какую конфетку? Ну вот, я поставил конфету, вот розовую. Кто ее съел? Ой-ой-ой! Я поеду в самом интересном месте. В каком? В мешке. Тут еще сфера есть такая красивая. Эй. Да. Эй, а ну иди оттуда. Я еще на крышу поставил. Нет, пусть будет здесь кресло еще одно. Все, я готов. А кто этим управлять будет? Ты! У нас сзади нету человека, который большой. Ну да. Оно быстро едет. Да. Так, а сейчас я попробую. Отсюда вылезти нельзя. Это сложнее, сложно, но выбраться можно. Ой. Ой-ой-ой-ой! Розово! Остановить надо. Сейчас. Так, сейчас я остановлю. А я буду взрослым, который будет это... Сзади стульчик удали. Удалил. Все, я взрослый. Я буду у тебя возить. Подожди, стой. Можешь лезть, пожалуйста? Можешь отойти, пожалуйста? Уха. Ушел. Садись на стул. Стой. Нет, не так. Все. Видишь, теперь стой, не стой, остановись. Остановись. Стой. Я сейчас знаю, как сделать можно. Нет, не так. Надо опять на стул сесть. Сейчас, подожди. Я знаю, как сделать так, чтобы я его за руки держал. Давай. Так, теперь мне надо встать. Стульчик удали. Удалил. Молодец. Все, готов? Сейчас буду готов. Бери фиксацию. Только. Давай. Ой, как-то неправильно. Сейчас. Видишь, я взрослый. Ой. Как-то не так получилось. Что ты делаешь? Не так. Что ты делаешь? Стоп. Я не могу управлять. Не двигайся, пожалуйста. Слишком так получилось. Что происходит? Я взрослый. Ой. Что происходит? Я его подбрасываю вверх как-то. Вот так. Поворачивай. Поворачивай! Да я пытаюсь! Я не могу повернуть! Да, что происходит? Сейчас я... Теперь ты наш водитель. Нет, я не могу этим тоже управлять. Ой-ой-ой, что происходит? Оно вверх поднимается! Что происходит? Надо отцепиться от него! Сейчас... О, все, я отцеплю. Ты куда? Садись в маленькое кресло. О, все, взрослый в мешке. Это не очень. Ой. Надо на базу вернуться. Мы можем активировать купол и взлететь в космос. Это как? Но он же сделан из шариков. Что? Да. Каждый вот этот блок это шарики. Так, пошли-ка на базу. Хорошо. Ты серьезно, что ли? Да, мы полетели в космос! Это летающая машинка! Ой. Ну тут шариков. Каждый ребенок бы о такой машине мечтал. Да. Которая умеет летать. Может быть, даже каждый взрослый. Все, мы летим. Все, мы что теперь. Что вообще такое? Теперь мы не остановимся. Это секрет магазинных машинок. Да, все они могут летать на самом деле. Мы об этом не знали. Да. Нет, я сейчас упаду. Садись! Нам нужно упасть. Ты только включаешь шарики. Ой. Это опасная машина. Нам нужно не спуститься. Хочешь быстро спуститься вниз? Хочу. Ну не таким же способом. Ну я же сказал быстро спуститься вниз. Мне нужно вернуть мой прежний рост.
Давай. Сейчас. Теперь я обычный. Следующая постройка. У меня есть еще одна постройка, но она как первая, которую показывал, но она почти такая же. Могу показать. Давай. Ой, надо подальше. Да не, бойся, она маленькая. Маленькая? Да. Чего? Да что, она маленькая. Всего лишь там... 5000 всего лишь блоков. Такая маленькая. Ну нет, тут, наверное, поменьше, чем 5000 блоков. Это здесь такая есть... же штука, только маленькая. И уже чуть-чуть другая. Да. Да, такая же, только поменьше. Здесь можно посмотреть телевизор. Телевизор. Есть даже... Вот, телевизор, который не работает, к сожалению. Здесь есть такое дерево. А потом здесь уже поменьше кресел, как ты сам видишь прекрасно. Можно телевизор. Стой, здесь... меня там нет. Здесь. Вот здесь поменьше кресел уже. Да, поменьше. Ну да. Кинотеатр. Тут, 36 кресел. Потом здесь еще такая зона маленькая, тут есть два трона. Я ее назвал моя самая первая VIP-зона. Тут также есть два дерева. Ну, вернее, тут и два дерева, там было. Да, и много тортиков. А, и еще я тебе хочу показать капитанскую эту руку. И тут же реактор, кажется. Нет, тут нет реактора, к сожалению. Здесь кресло, меч. Много конфеток. Так, так. И конфеты. Меч. Конфеты для командира только, да? Ну да. А как на этом летать? У тебя кресло... А. Садись. Но только надо тоже воду включить. Ой-ой-ой-ой! Куда? Стоп! Ой, ты где? Я сел. Ой, я там человека раздавил внизу. Нет! Оно тоже летает на ракете. И оно тоже на фиолетовых турбинах. Оно может улететь? В теории, да. На практике не проверял. Ресетнись нужно. Давай, ресетну сейчас. Кстати, это моя самая первая постройка, с которой я начал строить большие звездолеты и корабли. Так, ну а теперь поставь тут пару красных ускорителей сзади. Ой, я человек раздавил. Красных турбин? Типа таких? Красных. Таких? Нет. А у меня нет красных турбин, у меня только такие. Ну, такие поставь сзади. Включи совпадающее вращение. Сейчас. И без фиксации. Ой, мне надо... Я тоже ресетнусь. Конфетку съесть надо. Вот турбина. Я бегу. Ты давай я поставлю красный. Давай. А почему ты их не получил? Не знаю, у меня их нет. Ну, такие. У меня таких нет. Надо больше. Надо больше, больше. Мы улетим очень далеко. Да. Все, пошли внутрь. Давай. А, мои что не включатся. Мои надо от кнопки включать. Ну поставь себе рычаг. Сейчас поставлю. Все, готовьтесь. Мы сейчас улетим очень далеко. Я сел на первый ряд. Динамики потише делайте. Мы улетели в космос. Куда вы полетели? Ночь включи, ночь. Я включил, она у меня давно включена. Мы в космосе. Ой. А, оно крутится. Куда мы падаем? Оно крутится. И скорость становится быстрее. Аккуратнее надо быть. Мы же сейчас и вправду улетим в космос. А, я не могу ничего сделать, тут все крутится, ой, вертится. Я улетел в космос! Ты где? Я спрыгнул! Пассажир. Я случайно прыгнул! Пассажир! Я улетел! За бортом! Я улетел! Пассажир улетел! За я бортом! Я в космосе! Пассажир. Меня! Ну как? Приятно? Что со мной происходит? А почему у меня все крутится? Я уже не я. Ты где? Мне я тоже в космосе. Надо выпрыгнуть. Меня космос пожирает. Я тоже. Я квадратный. Ой, это. Ракета улетает куда-то. Да? Надо ресетаться срочно. Ресетайся. Я ресетну всем. У меня есть еще одна постройка. И прям самая-самая первая. Ой! Где я? Что, я меня испугался? Я умер. Нет, я умер. Я упал. Пусто. Идем ко мне. Аккуратней, там портал, по-моему, где-то. Где? Значит, у меня просто так. У меня есть еще одна самая первая постройка. Но она несимметричная, так скажем. Несимметричная это как? Ну, одна сторона у нее такая, а другая сторона у нее не такая, как другая. Ну, покажи. Давай. Ну, это прям моя самая-самая первая. Ты что, всю жизнь пытался построить звездолеты? Ну, можно сказать так. Некоторые ее любят называть храм. Храм из-за ее формы. Которую. Из-за ее формы. О! О, у меня такого здесь... нету. А, это на Пасху можно было. Это, ну я знаю. Это китайские крестики-нолики. Так нельзя! Можно! Никто не запрещал. Читер. Не, дайте. А, тут есть... А, да, ну ладно. Это крестики-нолики, вот здесь стульчик, чтобы... Это лежаки. Лежаки. Потому что изначально это... Да. Это лежалки. Потому что изначально...
Лежалки. То есть изначально они планировались как... это как планировалось как круизный звездолет. Еще ниже. Так. Здесь также есть природная зона. Мне это напомнило одну игру. Мне это напомнило эту, как это... Одну историю, в которой это тоже была природная зона, а она была про космос. А это... Тут ягоды, только они немного инопланетянские. Да. Ягоды можно включить. Не, не включай их, пожалуйста. Они улетают. Это их способ размножения растений. Да нет, не включай. Я выключаю. Все. Тут тоже есть озеро, но в нем нельзя покупаться, потому что я строил потому это что прям это лед. Да. У меня тогда еще не было отвертки. А здесь столовая. Тут тоже большой. Я вот тут буду за двоих кушать. Я с тобой буду. Тут есть 4К монитор, 4К телевизор и много мест, где можно покушать. Телевизор, который... Который не работает, да. О, тут можно кто? Читать? Херобрин? Ой-ой-ой. Страшно стало. И здесь рубка капитана, вот здесь. Так, здесь тоже есть клавиши F. Ну, в принципе, как и в остальных, да. Воду включи. А, сейчас, подожди, я сяду. А, я забыл на кресло сесть. Подожди, да, я подниму. Полетели! Нет, стой! Меня забыли! Стоять, живи! Нет! Живи! Стой, стой! Подожди! Подождите меня! Нет, стой, я сейчас умру! Да, да живи! Нет! Тихо, стой! Нет! Нет, я умер! Сейчас я прилечу. Давай! Меня забыли! На! Стой, подожди, я бегу! Да кроме сейчас на тебя упадет! Ой-ой-ой-ой-ой! Идем ко мне. Ой, можно я наверх хочу сесть? Хочу на лежак лечь. Ой, ты меня придавил. Ой. Ты меня придавил. Ау, я прошел сквозь корабль. Все, поехали. В космос. Да, в космос. На такой штуке в космос не полетаешь. А это что тут за железки выпали, когда мы полетели? Это сундуки, и они это... ну, как багаж, так скажем. А где они лежали? Я их не заметил. Давай остановимся, я тебе покажу, где они лежали. Ну давай, где тут лежать? Давай, пока он будет путь. Ну давай. Они на первом, это все на первом... Ой, перевернись. Перевернись. Да сейчас, не прыгай только. Я не прыгаю. Все, прыгаем. Так. Первое путешествие по кораблю, который плывет. Вот я. Только не прыгай. Вот тут. А как они смогли выпасть? Ау, тебя не слышно. Не знаю. А. Ну ладно, нам нужно дальше. Это как одна из фишек этого корабля. Нам нужно рассеяться. Я об пирожок стукнусь. Сейчас, давай. Я хочу тоже мороженку. Моя мороженка. Моя мороженка. Я съел мороженку, которую в 2-3 раза больше. Еще одну. А меня пьянит. Не, ну, бывает. Так, ну я здесь. У меня, в принципе, все уже. Так, ну хорошо. Очень были у тебя классные звездолеты. Чё, этот я буду продолжать строить. Хорошо. Так, стой. Ну, тогда пока. Давай. До свидания и пока всем. Всем. Всем пока.